Заман кайрылсын, сайгылы сержилер. Хош булушту ГРТ каналында Гагаузия Гүнгүндан программасы. Бүгін да сізі селемнер. Студияда ішілерім Бяна Люна Терзи. Мусафирим Шансора қаршымда отырыр. Бұ себептен сайгылы достылар, сізе да теклиф едерім. Бүгін бізімден бірлікте оласыңыз. Бүгін бізімден бірлікте оласыңыз дедім да, генчлер ынгылары башырдылар бұ ил. Школылары, гимназиялары, лицейлері, онлара бүг дикатлықлан істерім бүгінгі программамызды серетсінер. Чүнкі лав гидежейк бүгін онларын гележей ічін. Ма студиямыздан айрылырыз, тасорам гене дөндүйнен мен тааныштыражам сизи биздин бүгүнкү мусафиримизден калым биздин. Генчлер теклиф этсин биздин бирликте бүгүн болунсунар, онлардын аналары, бабалары да лазым бул программа эсеретсинер, чүнкү бүгүн бизде мусафирликте болунер Светлый күн агрархим технология техника колледжинин өндүрүүчүсү Василий Белев. Добрый день, Василий Петрович, добро пожаловать к нам в студию. Добрый день. Я только что призвала нашу молодежь, которая окончила гимназию и лицей, и их родителей, чтобы они присоединились к нам и провели сегодняшнюю программу вместе с нами, потому что сегодня на самом деле очень важная тема будет освещена в рамках этой программы. Василий Петрович, нашу сегодняшнюю беседу я бы хотела начать вот с этого. Летнее время, пора выпускных экзаменов уже осталось позади, и каждый молодой человек, молодая девушка, которая окончили в этом году учебное заведение, думает, что же дальше. Аграрно-технический колледж «Светлый» предоставляет прекрасные возможности для дальнейшего пути нашей молодежи. Но прежде чем раскрыть эту тему, я бы хотела, чтобы вы о успехах. Сколько выпускников в этом году выпустил колледж? Какие специальности? Во-первых, мне всегда приятно участвовать в таких беседах, потому что в этот период времени все мысли на семей направлены на... думают и дети, думают и родители, а как дальше? Где поступить, как учиться, какую профессию получить? Хочу сказать, что совсем недавно, 2 недели тому назад, мы, наш колледж, дал путевку в жизнь 122 выпускникам нашего учебного заведения, получив хорошие оценки на выпускных экзаменах. Молодежь, юноши и девушки сегодня выбирают свой дальнейший путь. Это обучение в университетах по соответствующей специальности или производство ждет наших специалистов. Профессии все, по которым мы ведем подготовку, востребованы. Случаев нетрудоустройства по нашим наблюдениям нет. Каждый, получив образование, находит свое место в жизни. Рабочие специальности. Аграрно-технический колледж сегодня готовит специалистов в каких отраслях? Значит, мы, наши все специальности, 5 специальностей, аккредитованы. Мы имеем сегодня аккредитацию всех 5 специальностей. Я их перечисляю. Это сельскохозяйственная механика. 2-я специальность – техническая эксплуатация автомобильного транспорта. 3-я специальность – электрификация сельского хозяйства. 4-я специальность – агрономия. И 5-я специальность – бухгалтерский учет. Самая востребованная из этих 5 какая? Куда молодежь больше всех подает документы? Все востребованы. У нас не было года. Я работаю в колледже с 1977 года. Директором 7 лет. Замдиректором 7 лет до этого. У нас не было года, чтобы мы не выполнили план. Мы среди колледжей, сельскохозяйственных колледжей Республики Молдова, среди первых выполняем план приема с первого тура. У нас в каждой группе есть бюджетные места и есть и контрактные места. Так конкурс, имеется конкурс для поступления и на контрактные места. Угу. Контракт обучения стоит 4200, это... такая цена по сравнению с кишиневскими, конечно, у нас в 2 раза меньше, зато профессии все востребованы, и молодежь, получив знания, готовы для их применения на производстве.
Василий Петрович, при этом нужно отметить, что для всех желающих предоставляются время, место проживания. У вас есть общежитие, рабочее общежитие на сегодняшний день. И насколько нам известно, там был проведен и ремонт, и все условия созданы для студентов. Да, для того, чтобы молодому человеку, девушке было комфортно получать знания, профессию приобретать. Конечно, бытовые условия, условия занятия спортом – это тоже первостепенно, я бы сказал. Поэтому руководство нашего учебного заведения эту проблему всегда держало в поле зрения. В 2017 году при встрече с премьер-министром и было выездное заседание правительства Республики Молдова на базе совместное заседание министров Республики Молдова и региональных властей. И тогда мы принимали участие, огласили проблему совершенствования, улучшения бытовых условий. И было издано постановление правительства о некоторых мерах по улучшению социально-экономической обстановки в Гагаузии. И там нашло отражение наша просьба оказать помощь колледжу в совершенствовании и улучшении бытовых условий и материально-технической базы. На что было выделено из госбюджета 8 миллионов лей. Угу. Это деньги были направлены на ремонт, на капитальный ремонт одного из общежитий. Впоследствии была заменена вся структура, отопительная система, водопроводное освещение, ремонт, крыша. Все, что касается ремонта, капитального ремонта конкретного здания. Но не хватило денежных средств для приобретения инвентаря, бытовой техники, холодильников, электрических плит. Тогда мы разработали другой проект. Хочу об этом сказать. Он называется «Ливада Молдовии», садоводство Молдовы. Мы посадили сад для учебных целей, мы приобрели технику. Он стоит, этот проект, 1 миллион 200 тысяч евро. И один из компонентов этого проекта – это было оснащение, оборудование построенного, отремонтированного, вернее, общежития. И теперь в этом общежитии проект полностью завершен, за исключением сооружения цеха практического обучения. Но это поэтапно идет. Зато нам очень радостно, что в общежитии, о котором идет речь, сегодня комфортные условия на уровне современных требований. И это, значит, первый этаж этого общежития для молодых специалистов. Там даже есть малосемейные квартирки для семейных преподавателей, а второй, третий и четвертый этаж – это для учащихся. У нас есть еще два общежития, они тоже соответствуют нормам и требованиям: свет, тепло, вода, холодильники для хранения продуктов, для приготовления пищи, бытовых комнатах – все тоже есть и в этих двух. То есть мы имеем три общежития. Между ними находится мини-стадион, где свободное время проводят наши учащиеся. Хотел бы сказать о том, что мы всегда находим поддержку со стороны региональных властей. Несколько лет тому назад при помощи исполкома был капитально отремонтирован из денежных средств, выделенных исполкомом и народным собранием. Мы капитально отремонтировали спортивный зал. Была выделена сумма довольно-таки серьезная, 1 миллион 200 тысяч лей. Отремонтировали душевые для юношей и для девушек. И сам зал с заменой пола, освещение, тепло и крыша металлочерепицы полностью. Мы сегодня имеем довольно-таки хорошие условия для спортивных мероприятий, для занятий. То есть спорту в колледже уделяется хорошее место и внимание. А Василий Петрович, меня интересует такой вопрос. Я не раз бывала в вашем колледже, буквально в прошлом году бывала, приезжала какая-то делегация. Я была поражена и удивлена техническим оснащением аудиторий. У вас не просто современное общежитие, но у вас на высоком уровне есть и лаборатории, микроскопы, и всякие тренажеры –
Ну, мне они на самом деле, я не разбираюсь в этом, но судя по тому, как о них рассказывали сами студенты, это на самом деле очень, очень современные и очень нужные вещи. Но для достижения этих целей вы наверняка сотрудничаете с какими-то международными организациями или дипломатическими миссиями, проекты какие-то наверняка пишете. Очень скажите, актуальный вопрос я хотел бы осветить, потому что бытовые условия и условия обучения, они вместе сопряжены. Друг без друга не могут существовать, потому что главная цель – это подготовка специалистов. И в поле зрения коллектива преподавателей, администрации колледжа всегда находился вопрос совершенствования материально-технической базы. Во время встречи с премьер-министром Павлом Филиппом мной была от имени коллектива оглашена просьба и обозначена проблема необходимости совершенствования и укрепления материально-технической базы новым оборудованием, сельскохозяйственным оборудованием. Почему? Потому что наши учащиеся после окончания приступают к работе на предприятиях, где есть техника, которой нет у нас. И наша просьба, спасибо, была воспринята. Была воспринята. И до конца 2017 года мы получили оборудование на 3,5 миллиона лей, в том числе комбайн, трактор, хороших моделей, пресс-подборщик, опрыскиватель. 9 наименований, и сегодня это в колледже имеется гектары, 266 гектаров земли. Мы выращиваем продукцию силами учащихся и инструкторов, где внедряются новые технологии. И мы имеем сегодня эту технику, она служит и для выращивания сельхозпродукции, и для обучения учащихся на современной технике. Предыдущий комбайн был 1988 года. На такой технике современного специалиста нельзя готовить. Зато сегодня при рассмотрении вопроса качества подготовки, вопрос технического оснащения, он очень, очень важен. Это один из... Это государственный бюджет. Потом мы очень много внедрили в последние годы проектов. Есть такая структура, неправительственная организация «Продидактика». Мы постоянно участвуем в проектах через эту структуру. И мы довольно-таки хорошо оснастили нашу базу. Особенно специальность электрификация сельского хозяйства. Только в одном кабинете мы выиграли проект на 160 тысяч лей. Это два стенда, где будущие специалисты в области энергетики могут выполнять свыше 20 лабораторных работ. Там большой, я хочу уточнить, там большой стенд, как вот, два, допустим, стенда. Да, как наш ВУ, и там микросхемы всякие. Все, все. Для детей, это для увеличен, будущих специалистов. Это микросхема, но в увеличенном масштабе, и студенты, которые занимаются на этом стенде, они воочию могут видеть все, что нужно, и все, что нельзя, к чему приводят ненужные соединения проводов. И еще один такой пример. Мы были в составе делегации, я входил в состав делегации от Гагаузии, два представителя профтехучилища Камрадского и наш зам по практическому обучению, и я, мы были в Санкт-Петербурге, мы увидели красивейшее мероприятие, это называется «Лучшие по профессии». Все профессии, которые есть в государстве, проводятся на уровне регионов, и вот в Санкт-Петербурге 46 колледжей, и все специальности, которые есть на выставке достижений, каждая профессия доказывала, кто лучший, но только в Санкт-Петербурге. Точно так же по всем регионам, потом по всей стране определяется лучший. И вот мы увидели на этом мероприятии, в ходе этого мероприятия, один тренажер, где будущие специалисты в области газоэлектросварки выполняли свое задание. Нам он очень понравился, он очень дорогой. Тренажер, где мы готовим рабочую профессию, слесарь-газоэлектросварщик. И через проект «Продидактика» мы выиграли его. Он стоит 500 тысяч лей, он сегодня у нас есть. И учащиеся могут сначала виртуально научиться, как производить шов, сварку, а потом в реальных условиях. Притом тоже через «Продидактику» мы обогатили очень много кабинетов интерактивными досками,
и Smart TV, где транслируется ход выполнения операции конкретным учащимся, все остальные видят его ошибки, там можно прослеживать, как наращивают свои навыки конкретно учащиеся. И этот проект, он сегодня действует, его запустили в ход. И так, также через про дидактику мы выиграли проект «Сервер», где есть такой сервер в Камрадском университете. Мы очень сотрудничаем с этим учебным заведением. Мы получили консультации, как его запустить для сегодняшнего периода обучения, где без IT-технологий никуда, он является мозговым центром, и он действует. Василий Петрович, на самом деле это очень здорово, что вы идете в ногу со временем, и вот эти все современные тренажеры и технологии у вас применяются на практике, и студенты имеют возможность ознакомиться и, приходя уже готовыми специалистами на работу, знать, что такое комбайн и как он оснащен по современным меркам, и как правильно на нем работать, и, или те же газоэлектросварщики, как вы отметили. Меня сегодня интересует, востребованы ли рынком труда те профессии, которые ребята и девушки получают у вас? Отслеживаете ли, есть ли какой-то заказ, допустим, аграрии Гагаузии или, я не знаю, экономические агенты Гагаузии заказывают, обращаются в колледж, говорят, ну, допустим, нам необходимо 3 бухгалтера в этом году или 10 агрономов или 4 электромеханика. Есть такие, вот как проходит у вас такая вот эта система? Значит, вопрос трудоустройства, он волнует, конечно, педколлектив в первую очередь, также и родителей, и самих учащихся. Каким образом идет трудоустройство? В колледже на выпускном курсе, на четвертом курсе, каждый учащийся проходит 2 вида длительных практик. Технологическая практика и выпускная практика. Мы отправляем учащихся на практику в те организации, которые гарантируют прохождение практики конкретного учащегося. И по окончанию этих 2 видов практики экономические агенты, руководители предприятий знают уже конкретного учащегося, и они к нам обращаются с просьбой направить на работу. Это еще зависит от географии. Если выпускник живет в этом населенном пункте, и он востребован на конкретном предприятии, конечно же, мы направляем. Хочу сказать, что в этом году, даже не окончив колледж, Регуш Федор был трудоустроен в качестве бухгалтера на предприятии, которое нуждалось в бухгалтере. До этого работала девушка, она пошла замуж, уехала. И на ее место выпускник 4-го курса, он уже работал, не закончив колледж, параллельно. Это один из примеров. Предприятие «Бияс Салким», крупное предприятие, Вера Дмитриевна руководитель. В предприятии «Агроглет», это крупное сельхозпредприятие города Тараклея. Там свыше 20 выпускников вашего колледжа. Наши работают. Мы сейчас ездили, потому что главный инженер Юровский Андрей, он был у нас председателем комиссии выпускных экзаменов. И когда подписывал дипломы, он сказал, вот ваш выпускник уже работает у нас. Вот какая тактика. Главный инженер увидел, в комиссии и сразу себе специалистов выбирает. Да, притом выпускник не из Тараклии, он из другого населенного пункта. Вот эти 2 примера, я могу много примеров приводить и приведу его. Все-таки тоже ваша ГРТ проводила такое мероприятие, посещение Бешкана Гагаузии, сельхозпредприятий. Мы освещали, наверное. Вы освещали. Так, из 4 участников 3 наших выпускников. Захария Григорий, Карапиря Игорь и Карапиря Арсений. Это наши выпускники нашего колледжа. То есть они где родился, там и пригодился. Нас это очень радует. Сколько ваших выпускников поступают дальше или на уровне колледжа заканчивается их обучение? Нет. В университет у нас
при аккредитации, повторяю, что мы прошли аккредитацию, есть один из стандартов – это закрепляемость выпускников на производстве. То есть государство заинтересовано, и мы заинтересованы, чтобы учащиеся были закреплены на производстве. И сколько процентов закрепленных, тем выше процент возможности прохождения аккредитации. В этом году из выпускников кто-то в университет поступил? Значит, практика показывает так, что процентов 60-70 поступают в вузы, очная или заочная форма обучения. Мы прослеживаем продвижение выпускников по карьерной лестнице. Мы знаем данные, где они выходят к нам на связь. Мы проводим анкетирование. Мы знаем, над чем работать. Бывают и проблемы, которые нам, о которых говорят сами учащиеся. Для нас это тоже база совершенствования. Василий Петрович, говоря о лучших в профессии, я не могу не отметить, что несколько лет подряд вы лично принимали участие в республиканском конкурсе «Учитель года». Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Как вам удается руководить таким большим колледжем и одновременно быть одним из лучших в стране? Да, что хочу сказать. У меня так сложилась моя трудовая биография, что я работал 16 лет заместителем директора по воспитательной работе, 7 лет методистом, 7 лет директором колледжа, 7 лет замдиректором колледжа и 7 лет последние директором колледжа. Но свои любимые профессии, учитель иностранного языка, я никогда не оставлял. Я все время имел контакт через свой предмет с молодежью. И считаю, что у нас прекрасная молодежь. И моим кредо всегда было педагогика сотрудничества. Поэтому, когда объявили конкурс среди колледжей Министерства сельского хозяйства, меня выдвинул коллектив участвовать. И для меня самая большая ответственность – это доверие коллектива. Я себе там поставил задачу, я должен этот конкурс выиграть. Мне это чего-то стоило. Мы давали в один и тот же день на комиссию республиканскую 2 открытых урока. Это не 45 минут, а 90 минут. У нас пары, 2 пары. А после обеда внеклассное мероприятие на немецком языке в актовом зале. И конкурс был выигран. И я всегда так считаю, что личным примером можно всегда... теорию много можно прочитать в интернете. А когда с коллективом... Меня очень поддержал коллектив и учащихся, и преподавателей. Но все остальное нужно... на месте ничего не стоит, все движется. Говоря о моем любимом предмете, я 26 лет участвовал с учащимися, независимо от должности основной, на олимпиадах республиканских и зональных. 26 лет, первое, второе или третье место. Здорово. То есть, помимо всего того, что я хочу сказать, связано с аграрно-техническими профессиями, студенты колледжа просто, прекрасно владеют и немецким языком. Это не просто для того, чтобы знать грамматику, а для того, чтобы наши учащиеся, у нас есть предмет, называется иностранный язык в области. В области агрономии, в области механизации сельского хозяйства. Мы несколько лет тому назад имели по проекту посещение эксперта из Германии, который имеет большой опыт организации практического обучения. Он был у нас, Бартельс, фамилия. И, конечно, был удивлен знанием. Знанием языка, конечно. Но другое, мы показали, представили Гагаузию, Молдову, наш колледж на немецком языке. После этого мы получаем приглашение, мы поехали, преподаватели изучили их опыт организации образования сельскохозяйственного. После этого 10 учащихся были на практике в Германии. Это для нас очень большое. То есть знание языка не просто знание языка, а чтобы его применить в своей профессии. Горизонты широкие открываются, да. Если владеешь иностранным. Потом наши учащиеся ездили как ответный визит во Францию. Мы видели уровень организации сельскохозяйственного образования во Франции. У нас был посол Австрии в позапрошлом учебном году 2 раза. И был посол Германии. Был посол Франции в нашем колледже.
и был заместитель посла Турции буквально месяц тому назад. И мы считаем, что через посольство, через содружество семьи европейских стран, где есть образование, мы только таким образом можем крупицы лучшего внедрять в нашу систему. Василий Петрович, и, конечно же, сегодня хотелось бы поговорить о предстоящем учебном годе. Насколько нам известно, приемная комиссия начала уже свою работу. С какого числа, в какие дни она будет работать, со скольки до скольки, какие документы и какие специальности можно подавать в этом году? Значит, сегодня первый день по республике. Начинается прием документов. В приемных комиссиях работают в колледжах и в образцовых центрах. Также и у нас открытая приемная комиссия. Есть технический секретарь, есть ответственный секретарь. Все согласно положению. В этом году положение о приемных комиссиях обновлено. Действует 2022 года. 3 недели подачи документов до 7 августа. Это первый тур. И если будет невыполнение плана, есть возможность продолжить подачу документов. Работа с 8 часов утра до 5 часов. Ну, последний час с 4 до 5 часов идет подведение итога, потом желательно до 3, до 4 часов успеть. Но если звонят, что вот мы в дороге, мы задерживаемся, в субботу и воскресенье выходные дни. Но даже если будет назначен день приема документов, то работники выходят и доброжелательно, приветливо обслуживают родителей и абитуриентов. Какие документы? Как и другие учебные заведения, это сертификат о гимназическом образовании в оригинале. Это копия паспорта учащегося и одного из родителей. Фотокарточки в цветном изображении. 3×4, 6 штук. Выписка из медицинской книжки, карточки. Что касается прививок, выписка. Это форма справки. Это форма, требуется, да. Да. Везде сейчас. И заявление пишется при подаче документов. Какие специальности в этом году и сколько студентов вы в этом году набираете? Значит, план приема у нас по 5 специальностям. 101 абитуриент станет учащимся колледжа на бюджете, и 42 это контрактные места. 42. То есть всего 143 учащихся. Перечисляю профессии. Сельскохозяйственная механика. Все, что связано с техникой в сельском хозяйстве. Трактора, автомобили, агрегаты. Изучается их эксплуатация, их ремонт, их устройство. Изучается по этой специальности. Техническая эксплуатация автомобильного транспорта и грузового, и легкового, автодороги, международные перевозки – это в этой специальности. Электрификация сельского хозяйства. Все, что связано с электричеством, комментарий излишен. Сейчас прекращается электричество, мы дальше не можем идти. Такая сегодня, такой уровень нашей жизни. Бухгалтерский учет. Можно и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в бюджетных организациях. И агрономия. Новые технологии выращивания сельскохозяйственной продукции. Профессия выращивать хлеб для людей, чтобы продуктами питания было обеспечено население. Это профессия, как и все остальные, благородные, всегда востребованы. Сколько есть человечества, столько будет профессия востребована, профессия растить хлеб для людей. Василий Петрович, наша программа подходит к своему завершению. Вы, конечно, можете сегодня призвать молодежь и их родителей обратить внимание на Свердловский колледж. И кто будет проезжать, не проезжать мимо, а зайти, поинтересоваться, кому что-то интересно. Можно же зайти в аудиторию, посмотреть в общежитии, пройти, посмотреть, ознакомиться с условиями. Если нашей программы, конечно, будет недостаточно, то они могут воспользоваться этим. Пожалуйста, можете призвать молодежь. Если я захожу в приемную комиссию, я захожу каждый день и вижу молодежь, душа радуется. И я всегда посвящаю несколько минут беседе с родителями, с учащимися, проводим экскурсию и отвечаю на вопросы. Что хочу сказать? Преимущество обучения в колледже. Учащиеся получают
базовые знания по дисциплинам лицейского цикла. Те, которые изучаются в теоретических лицеях, те изучаются и у нас, но в меньшем объеме часов. Потому что с первого же курса начинается изучение фундаментальных дисциплин, связанных с профессией. Поэтому та же математика, физика, химия, биология, языки, география, информатика в меньшем объеме часов. Поэтому после третьего курса, согласно положению о бакалавре, учащиеся колледжи имеют право сдать экзамены бакалавра. Но они не обязаны, потому что программа предусматривает самостоятельное изучение того объема материала через консультации, через внеклассные, через дополнительные занятия того материала, который не был рассмотрен в ходе изучения дисциплины. Стипендия имеется, это тоже стимул хороший. Даже учащиеся, которые поступают на контрактной основе, они пользуются правом быть зачисленными в списке учащихся на стипендию. Ну что я хочу сказать? Приезжайте к нам учиться. И самый хороший агитатор – это выпускник Свердловского колледжа, а их 12 тысяч по нашей республике, есть и за пределами. И они расскажут то, что не успел я рассказать. А я к вам обращаюсь с такими словами. Вы должны, уважаемые выпускники 9 классов, все в этой жизни пройти. И не петляя кольно, а сломав униз год острие, утвердись в этой жизни достойно и поверь в назначение свое. И вперед, и в движение, и по трудным пройдя адресам, не ищи у судьбы снисхождения, сам судьбу свою вылепи, сам. Верим в корни твои и в науку, в жизнелюбие силы твоей. Ты ведь скоро возьмешь в свои руки этот мир, эту землю людей, и воздай им, как люди велели, да живет в нас во все времена та земля, что нам всем с колыбели в золотое наследство дана. Василий Петрович, прекрасное завершение нашей программы. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие. Я надеюсь, что наши телезрители сегодня были вместе с нами и примут правильное решение. Сегель сережлер табрикери аклонзагитрир мане бюн бизде мусаферикця булунду светлый күн агрархим техник колледжин үндіржесі Василий Петрович Белев. Хепсінзе сау олын сани бізінен біліктедіңіз. Калын салжы аклон гелен болшымықларадың ғарды каналында.